И снова всем здорово, друзья мои. Так, сегодня у нас в эфире опять снегоход Беркут. Хоть на улице и плюс 30 градусов мороз, хотел сказать. Но все же уже середина июля, или начало, или конец, фиг знает. Скоро у нас уже зима наступит, скоро лето пролетит. И надо нам все-таки готовить этот чудо-девайс, надо подготовить к зиме как следует. Прикупил я вот такие вот расширители лыж. Такие же, как на предыдущий. А мне писали комментарии, что вот расширители лыж, с ними, короче, ехать он у тебя толком не будет. Но, друзья, так, сейчас я, подождите-ка, возьму. Где-то у меня здесь что-то было. Еще в комментариях спрашивали, какая ширина расширителей. Вот смотрите, расширители у нас сейчас шириной 27 сантиметров. Внутреннюю часть, смотрите. 27. Что же сделаю я? Сейчас я эти расширители установлю на лыжи, соответственно. А тут, в принципе, по установке никаких как бы проблем не возникает. Только нужно просверлить два отверстия, разметить и просверлить вот здесь вот два отверстия, чтобы... Ну, я сейчас лыжу сниму, все вам покажу. По самой лыже. Как она сюда встает, как чего. И чтобы расширители были немножечко поуже, посимпатичней и поинтересней, я их сделаю вот такими вот. Вот они будут, 23 сантиметра шириной. Вот эту вот кромку я ее, друзья, буду спиливать. Это понятно, что это как бы идет ребро жесткости. А вот здесь вот, как вот так вот спилю и выведу, чтобы вот так она ровно была. Вот так вот как-нибудь выведу. Постараюсь, по крайней мере. Ну, что получится, не получится, смотрим, смотрим и удивляемся. Весь снегоход у меня в паутинке, паутина появилась. Как я в предыдущем ролике, по-моему, в предыдущем или в позапредыдущем, подвеску всю тряхнул, все везде промазал, все как бы отлично. Все, сейчас снимаю лыжу, домкрачу я его. Так, а что домкратить-то, чем я домкратил в прошлом году? Просто зимой не помните? Напомните-ка мне, как я его домкратил. По-моему, трубой и ремнем. Сейчас покажу вам такой лайфхак. Надо еще его оттащить назад, блин. Ё-моё. Или может запустить его, да отъехать? Сейчас что-нибудь прикинем, попробуем, друзья мои. Друзья, откатил я его назад, запускаться не стал. Так, смотрим. Взял я, короче, трубу, примастырил ремень, лебедку. Так вот, поднимаешь его. Все поднимается. Вот такая вот конструкция. Чтобы здесь не царапать, я поставил крючок кверху, но получается все равно царапается. Ну, обе лыжины наверху. Техника безопасности, как всегда, на высоте. Надо площадку. Ну и как бы, если что... В принципе, он так стоит нормально. Так что вот, все, снимаем лыжу. Лыжи снимаем как? Ох, лыжи снимаем. Довольно-таки просто здесь лыжи снимаются. Даже без пассатижей. Хоп, шкворешок. Нет, наверное, надо все равно будет какой-нибудь молоток. Потому что рессоры новые. Шкворешок прижат. Надо было на отпущенном ее это, расплинтовать и вытащить. Так, значит, мы что сделаем? Значит, мы возьмем молоток под названием тука-тука и выколотим. Надо еще взять какой-нибудь, друзья мои, болт. Болта под рукой нет, но есть, как он называется, треугольный напильник. Вот и все. Нет, надо, короче, отпустить. Надо отпустить, потому что все тут зажало. Все, друзья, сейчас я быстренько отпускаю, вытаскиваю и вам покажу. Ну, отпустил. Вот так вот прижал ногой. И легким движением руки его как бы сейчас поднимаем. Опа, начинает он у нас шевелиться, находим центр. Все.
вытаскиваем лыжу. Лыжа у нас вот такая. Нифига я, блин, покатался по щебню на нем. Поездил-то чуть-чуть. А смотрите, подрез в каком уже плохом состоянии. Это потому, что я по щебню, короче. Я же в последний снег на нем херачил, гонял. Помните, не? Так вот это у нас выглядит. Сейчас что делаем? Откручиваем вот эти вот болтики. Ой, гаечки. Снимаем подрез. Просверливаем, по-моему, вот здесь отверстие и под вот этот вот загиб. Но вот этот загиб, наверное, надо будет загибать сильнее. Вот этот вот загиб, извиняюсь, наверное, не видно было. Ну и все. Как бы вот так вот устанавливаем его. Посмотрим по подрезу. На предыдущем я вот здесь вот не закреплял ничем. Не знаю, может, даже и не буду ничего закреплять. Как бы вот так выставлю сейчас. Надо будет еще, знаете, что сделать-то? Надо будет сейчас поставить на место, примерно прикинуть, чтобы кожух не задевала. Кожух, как он называется? Кожух цепи не задевала этим. Ну, давайте прямо сейчас вот так вот сделаем. Примастырим. Не будет задевать. Видно? Не будет задевать. Все будет хорошо. Так, сейчас я что сделаю? Быстренько. Быстренько я его просверлю. И, может, даже сразу же и отпилю. Поприкину, как чего сделать. Это спил. Это у нас идет все равно ребро жесткости. Ребро жесткости. Я думаю, как бы пластик сам по себе очень такой жесткий, довольно-таки жесткий. Спилю, да и все. Нехер тут и думать. Короче, пилим, режем, друзья мои. Так, друзья, смотрите, быстренько я отпилил. Быстренько отпилил вот эти вот кромки. Вот у нас какая разница получилась. Вот это у нас было, вот стало. Я думаю, что кстати, на скручивание попробовал, блин, разницы практически никакой я не ощутил. А в жесткости ничего не убавилось, тем более жесткость будет придавать сама вот эта вот лыжа, сама вот эта железная часть. Здесь отрезать не стал заднюю часть вот эту вот, перед тоже не стал отрезать, вот этот верх. Ну, не знаю, можем вот так вот обрезать. Но, как бы, я не знаю. Мне кажется, так будет получше. Пусть она будет подлиннее, да? Пусть она будет подлиннее. Сзади будет вот так вот это выглядеть. Вот. Ну и смотрим, как... Так она получше, у нее вид-то такая поуже. То, что, видите, она длинноватая как бы осталась. Не знаю. А вот эта часть, вот здесь вот видите, так склончик. Можно, в принципе, здесь тоже эту штуку срезать. Вот так вот. Она будет покороче выглядеть, да? Сейчас я, наверное, срежу. И перед, может быть, тоже срезать. Фиг знает. Сейчас подумаю. Она, видите, по длине-то она все равно такая же массивная осталась. А по ширине она будет поуже. Эти кромки-то они здорово держат, кстати, не дают проваливаться снегоходу. А сейчас будет только вот, насколько она получается у меня будет шире. На 5 сантиметров. На 4, на 5 сантиметров. Вот она сейчас 23 ширина. А была у нас, что мы с вами считали, 28, да? 5 сантиметров мы с вами убрали. Я думаю, нормально. Будет вообще хорошо. Здесь мотор же у нас стоит 24 лошади. Он как бы потяжелее, чем 20-ка. Все-таки 2 цилиндра. Но вот эти вот расширители, даже вот по 5 сантиметров пошире я сделал, да, они будут как бы держать нормально. А вот мной, ну, как бы писали, что расширители надо снимать туда-сюда. Ребят, вот я поездил без расширителей, да, но он как бы проваливается. Не то, чтобы мне не понравилось, но все равно вот не тот компот.
Я думаю, с расширителями будет вообще нормально. С такими, с неширокими. Как бы держите, друзья, лайфхак такой. Из широких расширителей неширокие можно сделать. Из широких можно сделать узкие. Так, смотрим. Получилось немножечко так. Неказисто, конечно. Но вот здесь вот пришлось в эту штуку загнуть подрез. Тут отверстие так подрезал нормальное. Ну, знаете что? Умный промолчит, дурак не поймет, скажем так. Можно было это всего и не показывать. Но все же придаем жесткость пластику. Гаечка упала. Куда гаечка упала? Бряка, это не вижу. Ага, вон. Придаем жесткость пластику. Прямо вот так вот в прямом эфире одной рукой. Короче, устанавливаем вот так. Оба. И все на месте. Можно скручивать. Ух, болтами и гайками. И все подходит как бы с этими. Подойти должно все с гравирочком. Наверное. Все делаем, друзья, на коленке. Все, сейчас прикручиваю. Подрез будет вот так выглядеть. Сейчас все тут прижмет. Все прижмет. Потом в будущем у меня, конечно, есть желание подрез увеличить, чтобы снегоход поворачивал как можно эффективней. Чтобы... Вон, видите, как хорошо тут шайбочка садится. Ё-моё, блин, делается, друзья, все в 5 сек. Вот и все. И все это я сделал, блин, буквально минут 15, наверное, я шарился. Устанавливаю. Здесь я забыл показать сразу. Короче, здесь отверстие, ну вот на вот потом вторую уже буду делать немножечко по-другому. Да, в принципе, тут кроме как снега ничего нет. Нормально, я думаю. Тут эта дыра, она как бы вообще ни о чем. Так. Шплинтик, друзья, потерял, пока нес. Понимаете, в чем дело? Пока нес скворешок, потерял шплинтик. Ну и в принципе вот так вот это выглядит. Сейчас отпустим сразу же. Отпускается он вот так вот. Хоп. Трик-тык-тык. И съехал плавненько. Все. Ну и что? Смотрим. Вот так вот было. Вот так было. А вот так стало. Сейчас я еще подниму, сниму. И вот здесь вот просверлю отверстие. Здесь болт поставлю. Чтобы вот так вот не делал. А могло бы быть вот так вот, друзья. Пишите в комментариях, как лучше. Как было, как стало или как могло быть. Так вот было. Так стало. А так могло быть. Пишите комментарии. Все. Сейчас у нас у меня обед. Ничего не задевают. Вообще хорошо. Многие писали, что плохо поворачивают. Ну и у меня тоже на месте плохо поворачивал. Ну вот, видите, на сухом поворачивают более-менее. Парнишки вон у меня приехали, пибикают.
Так что вот, все, друзья, сейчас я все делаю. Может, даже сейчас я еще сниму обратно, а верхушку срежу, да, вот эту вот. Либо вот так вот заостреннее сделаю. Так вот, чуть позаостренней. Прикручу здесь болт. Сзади немножечко овальчик сделаю. Убирать полностью не буду. Ну и все. И там смотрим конечный результат. Привет, Антоха. Привет. Всем здорово. Привет, передай. Привет. Один передал, второй тоже передал. Так, друзья, вот так получилось у меня лыжина. Нет, наверное, немного все равно было в какой-то, при каких-то отрицательных наклонах будет немного задевать. Но как бы впрямую, когда поедешь, задевать не будет. Ну, чуть-чуть, короче, немножечко есть вот это вот хождение, да. Кстати, я когда делал, вот эту резинку я немножечко вот здесь вот подрезал с этой стороны. И у меня теперь лыжа не только вот так дело, но она еще и немножечко назад поднимается. Это для того, чтобы ехал назад лучше. Все, сейчас вперед подрезал, тут болт соединил. Шулды-булды вообще не дело от лыжина. Ну, вот так вот получилось. Неказисто, но нормально. Ну, такая более-менее приличного вида получилась лыжа. Процедуру сейчас произвел. Сань, ты сейчас опять ведь уронишь у меня. Вот только что уронил, и еще лезет с домкрата. Видишь на весу? Убирайся. Ноги убирай. Сейчас второй раз проделаем такую же процедуру с этой лыжиной. Видите, даже в грязи еще у меня тут до сих пор, блин, так вот, так сложилась судьба, что я гонял еще грязь, поймал, короче, немного. Это все жизненное, друзья мои. Так, делаю, короче, такую же лыжину в копии, устанавливаю и... Ой, так гонять в бой, короче. У многих возникнет вопрос. Скажите, Алексей Юрьевич, ты почему никогда не показываешь, как пилишь, режешь, болгаришь? Ну, видите, я подготовил сейчас эту лыжину тоже. Че, Саня, говоришь, неудобно? Неудобно спать? Неудобно спать на потолке. А не показываю я, потому что, блин, по большей части делаю все без маски, без перчаток, на коленке. Обжег он, блин, руку. Поплавилась, короче, схватанул без перчатки. И руку прожег, обжег. Сейчас рука болит. Было очень много матюгов, поэтому... А материться в эфире нам нельзя. Это эфир? А? Это эфир? Конечно, мы же в эфире. Почти что в прямом. Все, сейчас, короче, размечаю отверстие. Прикручиваю также на болты. Устанавливаю. И на этом все, друзья мои. Так, ну что, друзья, смотрим. Смотрим и наслаждаемся. Ну, как уж, какое тут наслаждение, да. Лыжи стали не такие уж прям широкие. Можно, конечно, сделать было, чтобы они вот здесь вот не болтались. Ну, меня, знаете, как-то это вообще не напрягало. Я вот отъездил сезон на снегоходе, да. Как бы меня вообще не напрягал вот тот момент, что здесь где-то шулды-булды дело. На этом снегоходе не такие уж большие скорости, друзья мои. Поверьте. Как бы лыжи прочные, стали передние части помягче, но вот эта лыжа вообще мягкая, это пожестче. Даже когда пилил, так и то как бы разницу почувствовал. Поворачивается, все крутится, вертится, все как бы четко. Готовим к сезону. Все, на этом, короче, ролик закончим. Все я установил в 5 секунд. Потратил общего времени, может быть, общего час. Ну а снятие и установку вот этих вот лыж. Лыжи переделал. Сделал, короче, еще раз напомню, 23 сантиметра, по-моему, не, да, стали. Были 28. Сейчас будут и проваливаться будут в меру, и держаться будут равномерно. Всем счастливого пути, всем удачи на дороге, всем пока.